Всем привет! Продолжаем разносить в щепки плоскую землю. И сегодня у нас будет еще одно явление, которое невозможно объяснить без магии в рамках плоской земли. И как вы уже догадались, это будет закат в горах или рассвет. Там принцип тот же. Для начала взгляните на эту красоту. Впечатляющее зрелище, не так ли? Как вы видите, во время заката горы уходят в тень снизу вверх, и это легко объясняется официальной моделью. Посмотрите, как это происходит на шарообразной земле, просто и безо всякой магии. Для большей наглядности я создал 3D-модель этого процесса с соблюдением всех масштабов. Посмотрите на это. Посмотрите, как наступает ночь, снизу вверх. То же самое происходит и в реальности. Для сравнения, посмотрите, как выглядит закат на Эвересте. Высочайшая вершина уходит в тень гор, которая гораздо ниже ее. Это говорит о том, что солнце физически ниже горизонта. И свет идет снизу вверх, как я уже показал ранее. А как же это объясняет модель плоской Земли? Рефракция или сказочное загибание лучей света? Тут плоскогорье, как всегда, то покажет воду вместо воздуха, то стекло, то невероятную модель преломления, вроде этой. Где вы вообще видели такие звездные треки? Мне кажется, большинство плоскогорьев вообще не понимают и не знают законов преломления. В общем, покажите рабочую модель этого процесса, господа плоскогорьи. А то тут без вашей дури, что вы там обычно употребляете, в общем, не разобраться. Для желающих проверить мою 3D-модель, я, как всегда, оставлю ссылку на нее в описании. На этом я прощаюсь с вами, всем спасибо за просмотр, всего вам доброго.